После взаимно неприятного обмена законами Сергея Магнитского и Димы Яковлева началось резкое охлаждение российско-американских отношений. Сегодня две крупнейшие некоммерческие организации США эвакуировали своих сотрудников из Москвы. А Россия громко заявила о выходе из совместной программы по сотрудничеству в борьбе с преступностью и наркоторговлей. Официальный Вашингтон уже заявил, что глубоко сожалеет об этом решении своих российских коллег. Представитель Госдепа Виктория Нуланд назвала действия Москвы провальными. На этом фоне попытка Pussy Riot легализовать свое творчество на территории Рунета провалилась. Елена Мещерякова о законах перезагрузки двусторонних отношений. То ли побег, то ли эвакуация. Семеро россиян с детьми и супругами в срочном и секретном порядке при содействии американского посольства вывезены предположительно в Литву. Руководство двух некоммерческих организаций США, National Democratic Institute и International Republic Institute, решили закрыть представительство в Москве после многократных визитов сотрудников ФСБ и серьезных опасений за жизнь своих людей. Все по закону. В России с Нового года запрещено не только отдавать детей в США, но и заниматься политикой за счет Америки, потому что это тоже угрожает интересам Родины. Россия очень тяжело переживает поражение в холодной войне и потерю статуса одной из двух сверхдержав. И переживать будет еще очень долго. Поэтому неизбежно все это должно было развалиться, несмотря на все субъективные старания американцев и многих россиян. Одного нажатия сувенирной кнопки перезагрузки 4 года назад оказалось недостаточно, чтобы окончательно выключить долгоиграющее шоу холодной войны. Очередное пришествие Путина ознаменовалось законами о митингах и иностранных агентах, а список невъездных российских силовиков и вовсе перевел на личности двусторонние отношения. Россия повернулась спиной к коллегам из правоохранительных органов США, отказалась от сотрудничества по борьбе с преступностью и наркоторговлей. Америка вышла из совместного обсуждения перспектив правового общества. В ближайшем будущем это пустой разговор. Обмен формальными нелюбезностями только начался, и опечатка в сувенире Хиллари Клинтон оказалась пророческой. Вместо перезагрузки отношения двух стран перегружены неразрешимыми противоречиями. Давайте будем честными и признаем, что сфера, где наши страны согласны с друг другом, сужается, а сфера разногласий расширяется и выходит на передний план. За последние полгода мы видели, возможно, самое большое ухудшение ситуации с правами человека в России со времен распада Советского Союза. Госдеп и Сенат обещают не оставлять российскую оппозицию один на один с системой, но помогать материально активистам, правозащитникам и прочим несогласным им будет теперь крайне затруднительно. За год думские законодатели построили железный занавес из штрафов и уголовных наказаний, за которым уже оказались инакомыслящие и инакопоющие. С сегодняшнего дня в Рунете под запретом все творчество скандального женского ВИА в балаклавах. Pussy Riot могут не рассчитывать на онлайн-раскрутку в родной стране. Попытка апеллировать к суду закончилась отводом жалобы. Ну, конечно, я отношусь негативно. Мне кажется, оно незаконно. Это очевидно. Пункты, которые мы говорили здесь, они более чем очевидны и убедительны. Но роль пророка в своем отечестве Екатерина Самуцевич и непосаженные товарки обещают исполнить на другой сцене. Их видеоклипы перенесут на серверы за границей по так называемому китайскому варианту. В серых российско-американских буднях наступила черная полоса. Теперь уже бывший госсекретарь Хиллари Клинтон сегодня выразила сожаление о несодеянном. Россия наносит поражение сама себе, когда изгоняет неправительственные организации и не отпускает своих сирот. Это трагедия. Конец цитаты. Но не конец отношений. Елена Мещерякова, телекомпания RTVI.